Я думаю, что он уже вряд ли подлежит восстановлению. Автомобиля общей стоимости там 70, 80, 90 тысяч долларов. Соответственно, гараж загорелся. Второй автомобиль тоже сожгли, бросили гранату, разбили стекла, вон вся стена в повреждениях. И в общем, это я еще раз говорю, это месть за нашу активную гражданскую позицию в первую очередь.